Но это ничего не говорит нам о том, что же богословы имеют в виду, когда они говорят о доктрине откровения. И вот здесь все становится немного сложнее. И прежде чем я перейду к определению на слайде, я постараюсь объяснить вам, почему дать это определение не так уж и просто. Скорее, большинство из нас, если даже не все из нас, когда-либо присутствовали в воскресной школе на занятии, или, быть может, на встрече малой группы. И вот, к примеру, кто-то хочет поделиться тем, что произошло с ним на прошедшей неделе. И он говорит примерно следующее. «Господь проявлялся в моей жизни, Он работал надо мною, и Он открыл мне, что, по всей видимости, мне нужно продать мой дом и искать другой, новый дом». Или, быть может, этот человек говорит, ну, «Знаете, в последнее время нам трудно, мы думаем, где найти работу или какую карьеру построить». И вот мы молились об этом, очень долго молились, и Господь чудесным образом открыл мне, что я должен стать... Ну и здесь мы опустим кем-то. И я предположу, что большинство из нас, если не все из нас, слышали когда-либо употребление слова «открыть» вот в таком значении. Это может привести к некой путанице, потому что такое использование слова «откровение» не является основным для богословов. И чтобы нам это увидеть, я хотел бы, чтобы мы просмотрели некие определения, определение откровения, и затем попытались прояснить эту концепцию откровения. И вот здесь на слайде высвечено определение, достаточно развернутое определение, которое дано богословом Шедом. И есть причина, по которой я называю его развернутым, и вы вскоре это поймете. Шед написал так. «Откровение — это любое знание, которое пришло от Бога по Его инициативе». А позвольте вас спросить, а существует ли что-то в этой вселенной, что возникло не по Божьей инициативе? Разве не Бог конечный источник всего, что существует? Что ж, если так, и нам говорится о том, что откровение — это любое знание, которое пришло от Бога, то это означает, что все, что мы знаем, является откровением, включая даже 2 × 2 = 4, и что мы с вами находимся в классе 121. И сегодня у нас четверг, среда, я немножко поспешил. Сегодня среда, 3 августа 2011 года. И я не думаю, что кто-то из вас будет сомневаться в том, что я только что сказал, о том, в каком кабинете мы находимся. И вы не будете оспаривать того, что 2 × 2 = 4. Но я думаю, что вы чувствуете, что это определение слишком широкое. И в это определение включается не только то, что обычно имеют в виду богословы, когда говорят об откровении. И когда вы посмотрите на то, что говорит Писание о чем-то, что открыто, явлено, то поймете, что речь идет о чем-то более узком, чем это определение. Согласно этому определению, следует признать, что все, что кто-либо когда-либо знал, знает сейчас или будет знать когда-либо в будущем, открыто Богом. Но я думаю, ясно, что не это мы имеем в виду, говоря об откровении. И это определение представляется мне слишком широким. Что ж, давайте рассмотрим пару других определений. И в них дается более узкое, богословское определение. Я думаю, эти определения помогут нам лучше понять, о чем мы будем говорить. Но даже эти определения, как мы увидим,
оставляют некоторые вопросы без ответа. Итак, первое определение дано Луисом Шафером в его книге «Систематическое богословие». И Шафер говорит, «Откровение — это божественный акт сообщения человеку того, что иначе он узнать никак не сможет». Что ж, сюда уже не входят вопросы по типу 2 же 2 равно 4. Это определение не включает того, что мы находимся в этом кабинете в такой-то и такой-то день. Есть многое, что не должно называться откровением, и что это определение не включает в себя. Но трудность вот в чем. Все-таки оно немного двусмысленно. Божественный акт сообщения человека того, что иначе он узнать никак не сможет. Если подразумевается наличие ада или рая, или существование сатаны, демонов, ангелов, то, скорее всего, как мне кажется, я бы мог об этом узнать без божественного откровения, что есть Творец, который создал этот мир, даже если бы Бог не сказал об этом в Писании. Я бы смог сам до этого догадаться, и, возможно, и вы, что есть определенные правила поведения, или должны быть определенные правила поведения. И если мы не следуем этим правилам, то, я думаю, мы все сможем догадаться о том, что, нарушая эти правила, мы заслуживаем некого наказания. И Бог нам в действительности открыл, что это за правило и каково наказание. Но если я следую этому определению откровения, то представляется, что то, что Бог уже открыл, не является откровением согласно этому определению, потому что я бы сам смог об этом узнать, даже если бы у меня не было Писаний, и даже если бы не было этого сотворенного мира вокруг нас, или бы я не был уверен, что Божья рука принимала участие в сотворении этого мира, и меня в том числе. И хотя это определение исключает то, что должно быть исключено, но все-таки при этом оно не кажется мне достаточно точным. Но вот еще одно определение. Богослов Генри Тиссен в своем «Систематическом богословии» пишет следующее. «Откровение — это деяние Божье, посредством которого Он открывает Себя или сообщает истину своему творению, которая иначе осталась бы непознанной». И опять же та же самая фраза. И, конечно, верно то, что есть то, что мы хотели бы называть откровением, что мы не смогли бы познать, если бы Бог не открыл бы нам это. Вот, к примеру, да, может, мы и чувствовали бы, что заслуживаем наказания, если нарушили какие-то правила. И мы бы желали, чтобы был путь избежания этого наказания. Но мы бы не смогли бы узнать, что нам нужно сделать, чтобы удовлетворить справедливость владыки этой вселенной, если бы Бог нам этого не открыл. Как примириться с Ним? И мы бы мало что знали о том, что ждет нас в раю или в аду, если бы Бог нам об этом не сказал. Но опять же, есть то, что мы могли бы сами узнать, несмотря на то, что Бог открыл нам это, но мы смогли бы узнать об этом без Его откровения. И затем первая часть этого определения — деяние Божье, посредством которого Он открывает Себя или сообщает истину своему творению. Что ж, да, это Бог, кто дает откровение. И различные откровения были даны в разных формах. Это были разные деяния Божьи.
Но я подозреваю, что у кого-то может возникнуть такой вопрос. Что же имеет в виду Тисон, когда говорит, что Бог сообщает истину своему творению? Означает ли это, что Бог прибегает к некой умственной телепатии или к чему-то по типу этого, каким-то образом передает информацию в разум человека? А возможно такое, что Бог открывает что-то, но никто из людей этого не замечает? Вот вы видите, что с этим определением все выглядит практически так, как если бы для того, чтобы Богу открыть что-то, необходимо, чтобы мы это приняли. И Он делает что-то помимо говорения, чтобы эта истина проникла в наш разум. ТВ-семинари – благотворительный проект. Наш общий вклад обеспечит доступное христианское образование и формирование сотен служителей по всему миру. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте tvseminary.com. Но вы можете сказать, знаете, это копание в мелочах. Но нет, все не так, потому что вот что я считаю значимым. Есть много копий Библии, причем разные переводы Библии. И найти такие копии можно по всему миру. Но позвольте мне спросить, я думаю, вы все согласитесь с тем, что Библия — это божественное откровение. Но позвольте вас спросить, когда Библия закрыта, когда она нечитаемая, когда она лежит просто на столе, или, быть может, я ее поднимаю в руке, остается ли она откровением? Ведь в этот момент никакое содержание из этой книги не передается моему разуму. Означает ли это, что Библия становится откровением только в том случае, если, к примеру, кто-то читает ее, и при этом пытается ее понять? Или это форма божественного откровения вне зависимости от того, читает ее кто-нибудь или нет? И вне зависимости от того, насколько она правильно понята? Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинария.